Каждый год в майские дни мы вспоминаем грозные годы войны, чтим память павших героев, кланяемся живым. Хотя прошло уже более полувека со Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. В преддверии Дня Победы 6 мая глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев побывали в гостях у ветеранов, проживающих на территории района, а их у нас осталось всего 20 человек. Было очень приятно видеть радостные лица ветеранов, ведь внимание и поддержка для них очень важны. И не подарки самое главное, живое общение – вот что нужно ветеранам. Здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. С праздником Великой Победы, здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Прокофий Ефимович, от души, в канун праздника, с Днем Великой Победы, долгих-долгих лет жизни, всего самого вам наилучшего. Глава в этот день побывал у Николая Герасимовича Кривоплясова, Георгия Анатольевича Рыжова, Владимира Никитовича Радченко, Ивана Алексеевича Фастовецкого, Прокофия Ефимовича Личковаха, Ивана Максимовича Дайнекина, Ксении Ивановны Иващенко, Олега Коншаловича Кунова, Николая Долгиревича Гуришева, Хания Кушуковны Кушховой, Мухарбея Исхаковича Альхаова, Пелагея Афанасьевны Лазаревой, Николая Гавриловича Радченко, Ивана Дмитриевича Четыркина, Григория Ивановича Сергеенко, Магомета Нашуковича Барахаштова, Людвига Махмудовича Сташ, Юсуфа Ахмедовича Меритукова. Также поздравительные телеграммы и конверт получили Махмуд Умарович Хачимизов и Ислам Харпатович Хаку.